Антон, это был дебют или нет? Это был дебют. Антон Вировец, ваша аплодисмента. Если это был дебют, то это был суперудачный дебют. Далее у нас будет еще один специальный гость. Я знаю эту девушку уже, наверное, 1500 лет, если не больше. Она очень во многих проектах участвовала, очень во многих группах задействована, очень профессиональная вокалистка, скажем так. Но она просила извиниться, что у нее нет вечернего платья. Перед вами выступит Соня с композицией «Любовь настала». Ваши аплодисменты. Не караоке, вы купаете аж такая тема. А сейчас вот я и слов знать не буду, и что попало петь буду. Вот это будет труп, правильно? Все. Песня, конечно. Ладно. Свои ответы.